you've still got a chance to win this race, haven't you? Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Ник, и сегодня уже седьмой этап нашей карьеры с вами начинается. Канада нас приветствует, росли мне Жиля Вильнёва. К сожалению, последние этапы выдались не самыми приятными для нас после Китая. Полный провал в Испании и также неудача Монако, которая была связана с куплением сейфтикара. Горели мы на этом заезде на пит-стоп, и тогда потеряли все наши очки, хотя должны были на 6-7 приехать. Вот, был я расстроен, но теперь уже позитивно возвращаюсь в Канаду. Канаду, на которой уже недавно ездил в чемпионате мульти, поэтому на практике буквально пару кругов проехал, чтобы вспомнить. Ну, не вспомнить, а так посмотреть, вся отрасль идет именно на этой трассе. Вот. Ну, в принципе, поведением болида я более чем доволен. Он так приятно, достаточно легко вписывается в повороты, но вопрос со временем, какой у него там будет. Вот. Это нам еще будет писать. Надо будет выяснить. Ну, начнем. Первый сегмент на более жесткой резине. Более жесткая резина — это у нас софт. Сегодня. Ой. Я не посмотрел, поставил ли я настройку. То, что в тактике-то она у меня стояла, стоит ли сейчас квалификация, я не знаю. Маруся перед нами выезжает. Ну, пока что я не замечаю какой-то разницы, на этом все-таки настройка сохранилась, как его доверить. Да, в принципе, знаете, даже здесь, если будешь поставить настройку, то нет таких больших печалей, как это было в 13-й формуле, потому что если в 13-й ты забываешь, что у тебя там кнопка передачи стандартно стоит, и у тебя машина будет очень медленно. В этом году, как я уже отмечал на первом гран-при, просто включение передач, вот именно настройку, когда точно чехлы выкинули. Поэтому, в принципе, каких-нибудь пол секунды спуга, конечно, можно выиграть. Но это не так на цель. Отпустим пока на Руси. Чтобы нам не мешало. Теперь уже не поедем. Так, Гутеррес уже ставит первое время. Купаем немного, но я уверен, что Гутеррес на мягкой резине. А это вот круг. Кстати, гонка у нас обещает быть опять дождевой. Смотрел, 60 чем-то процентов там обещают. Слишком много дождя у нас в нашей карьере в этом году. Делать будет поменьше.
совсем удачно прошли в самого чемпиона. Ну вообще, конечно, неудачно. Здесь также очень большая разница по времени между составами софт и суперсофт. Поэтому, возможно, нам еще в этом сегменте придется одеть более мягкий комплект. Он горожан был. Нет, горожан у нас сейчас в первом секторе. Сейчас пока это должно быть лучше. Да, это мне уже больше нравится. Средства. А мы средства не досчитали, но все равно не хочется такой плиты. Будем возвращаться на пит-стоп и смотреть дальше по таймингу. Нужно будет нам надевать просто мягкую резину или нет. Кстати, двигатель у нас по-прежнему стоит второй, 89% по мощности. Наверное, сегодня его уже добьем и будем приходить на третий следующий гран-при, а следующий гран-при, по-моему, нет, может быть даже уже Шпильберг и будет, да, по-моему, у нас Лиский гран-при следующий. Трасса, на которой мне надо будет очень много поездить по тактике, потому что, мало ли, я еще с ней знаком. Сказать, совсем не знаком. Так, если Google проехал. Так, давайте посмотрим, что у нас такой резин вообще интересный. Да, ребята, которые с нами, то есть вот два Торо Росса, Грожан, Кутиль, Гутьеррес. Они все у меня в кризе. Честно говоря, ответ небольшой, так два на вылет. Я думаю, уже хватит нам. Грожан сейчас за не вылет, он больше находится. Мы меньше секунды проигрываем тренировочным полу, и не думаю, что это будет за вылет. Да, первый сегмент закончился, прошли мы оба, правда Роман Напольникова прошел, чуть меньше десятки он подыграл пути. И сегодня уже без сюрпризов, два Кайтера, две Маруси и два Залдера. Кидает первую сессию, а мы отправляемся во вторую. Теперь уже мы будем использовать мягкую резину. Заодно посмотрим настройки на комиссии. Все хорошо. Вот это состояние. Так, что-то у нас погода есть по сегменту. Где мы идем? Хорошо. Можем дальше. Так,
Я помню, 8, минута 18.4. Это лучшее время в первом сегменте. Ну, посмотрим сейчас, как будет суперсофт работать. Ранее на первичную трассу, я думал, больше болитов успеет выскочить, как мы все-таки там немножко выставили, рассматривали настройки, погоду. Говоря управление, пока что разницы не вижу, какой-то разницы между составами, но уверен, сейчас во время круга мы разницу почувствуем. Ой, промахнулись с помощью клона. Будет немножко неполноценный набор скорости, но это уже страшно, в принципе. Ворота широко вошли. Вы тут не потеряли закрылок. Не потеряли. Мы сейчас приколонцы, но его вина, что маленькое расстояние делал с нами. Недостаточно сильно бы нас отпустил. Еще хуже, хуже, сейчас первый сектор поехали. Да, однозначно лучше проехали второй. Надо постараться максимально идеально пройти всеми чемпионов. Было касание. Ну, уже не так страшно. Восьмое время пока что. Конечно, надо будет еще выезжать. Да, уже 10, а он однозначно лучше, там просто за меня сидел все это время. Вот мы сидятся. Вот мы уже и 11. И тут интересно сначала, но пытаем потом новых обратно. Thank you.
Вообще тут Канада просто такая, что как-то везет в обычной квалификации. Бывает, что как-то получается попасть вот этот вот ритм, который нужен. Бывает, что несколько попыток сделаешь и накладываешь, какая-то ошибка будет, потому что тоже вот такая трасса, есть такие поребрики, что очень легко машину пускать за нос, то есть очень легко в каком-то повороте потерять там те же 2-3 десятки, и очень много это значит для спорного вопрос по проходу следующей смены. В принципе. Так, мы уже 11 место, мы не скатились. Три десятки нам не хватает, чтобы вернуться в топ-10. А вон, наверное, улучшится. Ну, тут 3 сотки он нам проиграл. Вот, но дальше там уже прибыль были плотно, то есть ниже 12 мест спуститься вряд ли будет возможно нам уже сегодня. Вряд ли кому-то будет по силам нас перебить. Ну что, 8 минут. Берем еще раз 4 круга. Топливо. Берем еще 2 комплектных резины. Надо попробовать лучше. Конечно, на 11 сучки. На он-то сейчас он тоже просто на прогревочном круге где-то едет. Впереди есть у нас трафик. Кто-то нас пропускает, наверное. Или не пропускает. Сейчас глянем, сейчас чувствую. А, посчитали, по-моему. Это даже нормально будет. Я бы Фортензия. Фортензия может немножко понаседать у нас. Здесь на этом поребрике. Сейчас вы видите, как Феликс к нам подъехал. Это Хюлькенберг. Ну и мы сами проиграли себе. Десятый уже масса. Надо уже полсекунды сбрасывать, чтобы попадать в следующий сегмент. Ой, без закрылка остались. Но зато первый сектор хороший. А больше нам правый затылок как-то бы не нужен на этом круге.
не хватило нам одной десятки, чтобы батон отнести. Сейчас это круто получится уже. Похоже, что не выйдем мы сегодня в следующий сегмент. Не знаю, вот до боксов мы сейчас доедем, будет, наверное, даже не хватит времени, даже математически, чтобы выехать на трассу и петь закончить прогревочнику. Не ладится. Канада у нас пока что совсем. Не, ну, это тоже понятно. Стоит у нас старый двигатель, здесь очень большие нагрузки на этот двигатель нужны, а двигатель без того у нас точно слабенький. Поэтому на задней прямой, конечно, проигрываем намного соперникам. Да, минута у нас есть. Меньше минуты. Так что выехать сегодня не успеем, и выше 13 метров, соответственно, уже тоже подняться не сможем сегодня. Вот так вот быстро. Конечно, проходим квалификацию. Не, ну, в принципе, 13-я позиция, если она такой останется, то это не самый худший вариант для старта в гонке. Да, там еще дождь. Неизвестно, что будет. Может быть, мы опять там из тех других сориентируемся, как это было. Ну да, закончилась у нас квалификация. 13 место у нас, 16 место у горожан, и видите, что мало возможностей нашей машины на этом гран-при. Составляющая двигателя очень важна. Ну ладно, в гонке мы пытаемся, наверное, состоять, тем более гонка будет дождевая. Ну, может быть, не вся, но часть точно будет под дождем. Тогда двигателю будет попроще, потому что остальные нет. Будет не такие большие нагрузки, наверное. Вот. Так что будем готовиться к очередным трудностям, которые нас тут закаляют. С вами был Ник, до скорых встреч.